2 ноября в Тверской области откроется 12-я ассамблея русского мира. Событие объединит порядка 600 представителей более чем 70 стран. В рамках форума запланированы мероприятия, посвященные 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня представления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Фонд «Русский мир» был создан в 2007 году по указанию президента России Владимира Путина. Целями организации являются популяризация русского языка, поддержка программ изучения русского языка в России и за рубежом, содействие распространению объективной информации о России и ее гражданах, содействие установлению климата межнационального уважения и мира и другие. Изначально встречи проводились в Москве и Санкт-Петербурге. В 2014 году Ассамблея русского мира прошла в Сочи. В 2015-м в Суздале, а в прошлом году мероприятие состоялось в Нижнем Новгороде. Участники ассамблеи познакомились с одним из самых динамично развивающихся регионов России и провели панельные дискуссии, в ходе которых обсудили актуальные проблемы русского мира. Инна Изыхеева, Юлия Глазкова, телеканал «Большая Азия».